Всем привет! Время 10, а мы еще работаем. Кто мы? Трудоголики? Или не трудоголики? Голи-трудики. Сумасшедшие, ногтеголики. Я такая, как Эйнштейн, тут торчит, там торчит. Ну, хоть это. Похвастаюсь своим красивым новым цветом волос. Я так счастлива, что меня наконец-то покрасили. Всем привет-привет! Обещали сегодня прямой эфир. Обзор по волосикам, черт возьми, так я их буду уже называть теперь волосики. Обещали прямой эфир немножечко рассказать о том, что такое стекловолокно, как там на него наращивают. Я вот вам сейчас покажу ногти, я сделала Ире ногти, как раз таки со стекловолокна, с гелем. Вы представляете, Ирина согласилась добровольно на то, чтобы я смоделировала ей ногти гелем. Ну, почти добровольно, ладно, признаюсь. Я герой. Спасибо большое, да, мне тоже очень нравится мой новый цвет волос. Итак, вот они, ноготки. Это ноготки, которые мы сделали как раз на волосики, на стекловолокно. Классная такая коротенькая, овальная форма. Вот она. Сейчас почти сюда. Кошка. Короткая кошка, да. Ну, такие очень-очень натуральные. И вот на самом деле хочу сказать, что у стекловолокна, на первый взгляд, вот кого я слышу, все там говорят, фу, боже, что за хрень придумали, ужасно, как это отвратно и так далее. А на самом деле у стекловолокна дофига возможностей. И причем то, что можно сделать с помощью стекловолокна, хрен вы сделаете с помощью нижних форм, с помощью верхних форм. Вот они, наши ноготки. Это еще голенькие. Мы их сейчас будем гель-лаком красить. Пока будем красить гель-лаком, буду вам рассказывать. Ну, там. Они прям тонкие-тонкие, да, видно? Прям очень тоненькие ногти. Можно даже в бок посмотреть, что они прям тончайшие. И при этом они очень крепкие. Ну, то есть это вообще просто огромный, колоссальный плюс стекловолокна. Вот можно здесь тоже посмотреть, что... Но они у меня как бы это, немножко в пыли. Поэтому вы сделайте вид, что вы не обращаете внимания на то, что они в пыли. Но смысл в том, что ногти очень тонкие. Тонкие. Очень тонкие и прям носибельные. Видно, вот он прям. Ну, то есть у многих мастеров гель-лак толще, блин, чем я ногти наращиваю. Вот так. Так, отдаю телефон Ире. Давай мне руку. Бери так, чтобы было удобно и видно. Я буду красить. Нет, ты его вот так возьми лучше. Угу. Напишите мне, знаете что, пожалуйста. Нет, вот. Следи за моими телодвижениями. Вот так. Следю. Напишите мне, кто вообще пробовал работать на стекловолокно? Кто вообще его видел? Кто знает, что это такое? И тишина. Пока тишина. Ну, ждем. Сейчас нам дадут обратную связь. Ну, мне как акрильчику вообще сразу показалось, ну, что ну такая вообще непонятная. Такая мутатень, да? Какая-то мутная штука вообще, ну, конкретная. Я хочу сказать, что я стекловолокно пробую уже очень давно. И первые несколько месяцев я просто орала, боже мой. О. Слушай, в лампе. Я просто орала, боже мой, о том, как это ужасно. Я тебя снимаю. Вообще... Я такая, грудь тишу. Я просто орала о том, как это ужасно, как это вообще можно. А потом начала пробовать еще. И тут я поняла, что это очень крутая вещь. На самом деле, да. Есть такие нюансы, которые не сделаешь ничем. Не сделаешь ничем.
А с помощью стекловолокна сделать элементарно. Оказалось, просто элементарно. Ну, что там, нам пишут? Да нет, вообще тишина. А может, нас не слышно, не Ребят, видно? Может, кто-нибудь хоть сердечком нас скинет, чтобы мы знали, что вы нас слышите? Может быть, мы вообще не в эфире? Не, ну мы в эфире, но просто, может быть, плохо работает интернет там. Что, нет сердечек? Есть, есть, слышно. Сердечки есть. А где комментарии? Ну, отлично. Что вы думаете вообще про стекловолокно? Кто пробовал уже? Напишите свои впечатления. А то что я вам буду рассказывать прелести стекловолокна, если вы не хотите со мной разговаривать? Сушим. Я всегда считала, что вот короткие остренькие ноготки – это куриная лапка. На самом деле получилась очень прикольная форма. Ну вот, ну, мне нравится. А это зависит именно от того, эта форма получилась. Так бы получились бы какие-нибудь такие короткие, как я их называю, семечки. Ну, взлетные. Взлетные, да, да. Или куриные эти самые лапки ужасные. А ногти получились прям классные. Короче говоря, мы прям в диком восторге от того, насколько возможностей дает стекловолокно. Хотя на первый взгляд мне казалось, что это вообще что-то, ну что-то ужасное. Боже, что за извращение? Верните мне нормальные формы. Что за хрень? Зачем вообще это надо было? Слушай. Слушай, ну такое впечатление, что нас слышит только одна Оля. Угу. Не, ну кто-то там пишет. Просто странно. Напишите нам какой-нибудь комментарий. Я что-то не пойму, их вообще можно отправлять или не можно? Обычно столько комментариев, столько вопросов. У нас лента не двигается. Все пишут. Ну ничего себе. Ребята, у нас, девчат, у нас лента не двигалась. Сейчас мы все прочитаем. Ну, а я и думаю, странно, как это так? А все же пишут. Покажите внутри. Сейчас покажем. Только вот сказать хотела, что приятные в толщине, да. Даже, да. Как корректировать, да. Так же. Приходите на урок, расскажу. В моем... В моей жопе мира в магазинах не встречала еще. У меня лежит... Ищу жертву. Ну, вообще прикольно, да. Из стекловолокна можно сделать длинные. Да, конечно. Можно очень длинные, например... Какие нюансы. Все пишут, а мы не видели, представляете? Такие, ну напишите, ну напишите. Напишите, напишите, мы слушаем. А уже предположение, я не пробовала, но кажется форму... А что ты... Ну кажется форму поставить быстрее, проще. Нет, на самом деле нет. На самом деле нет. Подожди. Курсы есть на эту тему? Давай, читай вопросы потихонечку. Все ждут, что вы будете рассказывать о процессе и плюсах. Конечно, буду рассказывать о процессе. На онлайн-уроке в пятницу я буду рассказывать о процессе, да, о вот. Том, как моделировать на стекловолокно, какие там есть нюансы. По поводу, есть ли курсы на эту тему. Курсы есть. Да. Ближайший трудно онлайн-урок ставить в пятницу. В эту. Вы знаете, вот трудно, ну условно. Как сказать? Когда нарабатываешь, когда понимаешь. Первые три раза я материлась как сапожник и орала о том, что это полное уродство, вообще дерьмо непонятное. Да, мы пишем, Вероника слышит. Да, привет. Да, да. А потом начало получаться, и тут я уже поняла, что вообще ни разу это не трудно, это очень просто и очень эффектно. Причем у меня был курс гелевого моделирования, я девочкам усложняла задачу, клади лампу. Сколько стоит? Давала на стекловолокне сделать, они оплевались все. А я уже в этот момент поняла весь кайф этого мероприятия. Сколько стоит что? Ногти сделать в нашем салоне такие. Ой, надо писать в директ этого инстаграма, вам обязательно я ответит на тоже этот вопрос. Тоже толком. Сколько лет фирма Наяда на рынке? Больше 10 лет. Нет, мы же сначала магнетиком занимались. Наверное, лет 7. А, ну да. Да, как я преподаю. С ним работать можно любым гелем или специальным? Смотря что хотите получить.
Удобнее и предпочтительно с ним работать жидкими гелями, конечно. Инструкторские курсы есть? Интересуется Беляев. Есть. А, боже, по стекловолокну? Пока что здесь только онлайн-урок. По времени дольше делать такие ногти? Нет. Это как раз-таки скоростное моделирование. В чем и кайф. Это проще и быстрее, чем постановка формы. Сушим. Стекловолокно ставите на базу? Угу, конечно. Ну, на гелевую базу. Ну, конечно. Не на гель-лаковую, нет, а на гелевую. Ксюша пишет, мне кажется, натуральный изгиб волокно должно повторять очень даже мягко и приятно. Ну, на самом деле, да, оно классно повторяет. Смотри, натуральный изгиб. Ага, я тебя испачкала. Единственное, что многие говорили, что это не универсальный способ наращивания, ну, то есть там на взлетные ногти, на вниз растущие ногти якобы сложно сделать. Да, но мы как раз сегодня обсуждали этот вопрос с Машей, и мы поняли, что как раз на проблемные ногти-то. На проблемные ногти. Ну вот у очень Иры удобно. Как раз-таки, я хочу сказать, у Иры взлетные ногти. Вот у меня мизинец и безымянный, они у меня трамплины. Но я сделала ногти на стекловолокно так, что они не взлетели. И еще причем... и оказались прочные, носибельные. Да. Сколько времени занимает такое наращивание? Мне сложно сказать, потому что все зависит от мастера, с какой скоростью мастера. Так же, как и любой другой материал. Можно даже, я думаю, что можно сделать очень быстро. Отработав, да, будет быстрее. Оля хочет инструкторский. Оля рано. Рано инструкторский. Угу. А что значит, вот тут реплика, мимо. Стандартное наращивание на формы. Ну, да, а к чему это? Ну, стандартное наращивание на формы – это другое. Под форму подстраивались моделируемую со сложными формами, верно? Ксюша вообще не поняла вопрос. Под форму подстраивались моделируемую со сложными формами, верно? Вообще не поняла вопрос. Ну, у каждого, ты имеешь в виду, что у каждого пальца, у каждого ногтя своя форма, да? Да, но суть в том, что можно учесть некие нюансы и не зависеть от формы натурального ногтя, создать все равно на стекловолокно необходимые вам результат, Суша. Так, по-моему, от Беляевой ты не открутишься. Она считает, что не рано и что самое время. Оль, я буду переделывать курс классического моделирования гелем, и там будет как раз-таки это стекловолокно. Так, добрый вечер. А как он вопили? Ну, собственно, там... Как гель? Гелем-то все. Гель вопили. Вы же по факту гель опиливаете. На самом деле, говорю, очень крутая вещь. Мне безумно... Чуть-чуть. Маш, что-то больно. Все. Мне безумно понравилось, хотя я... Изначально, как ко всему новому, как большинство людей относятся ко всему новому крайне скептически. Так, под форму подстраивались моделируемую со сложными формами, верно? Вот то, что еще не поняла. И Ксюша пишет, я о трамплинах. Ну да, как бы и для низ растущего ногтя определенная постановка этих волосиков. И для трамплинов тоже определенная постановка этих волосиков. Нюансы, конечно, есть. Но то, что этот материал укрепляет трамплины, и то, что можно не переживать о зоне слома, это однозначно. И делать, и не наваливать бугор. Просто для трамплинов же не рекомендуется форма миндаль. Ну, потому что она получается либо горб. Либо горб, либо все вверх. А тут вообще все а прекрасно. А вот с этим моделированием получается тонко и круто. Такой этот... Ага. А как я так влезла, я не понимаю. Не знаю, как я тебя так испачкала. Как-то умудрилась. Так. Раньше делала так на шелк. Да, еще во втором году. Ну, все хорошо, все новое, это хорошо забытое старое, как вы знаете. Да, и зажимы использовали, и поджимали ногти, как бы в нашей технике, и опиливали в нашей технике. Аню, добрый вечер. Так что хочу сказать,
что у нас в пятницу онлайн-урок по полосикам, по стекловолокну. А у нас уже продается оно? Стекловолокно, ну оно вот-вот будет в продаже. Ну уже да, на подходе. Не только по стекловолокну, в пятницу онлайн-урок, он в принципе основан на скоростных техниках моделирования гелем. И стекловолокно это как раз одна из скоростных техник моделирования гелем. Маша будет рассказывать все подробно, показывать. Да. Ну, Анют, приходи к Марусе на урок. Я буду рассказывать все нюансы и секреты, как вообще полюбить это стекловолокно и в чем у него, собственно говоря, весь кайф и в чем удобство. Я вас уверяю, сделая ногти на стекловолокно раз 5, вы поймете, что это очень удобный материал на самом-то деле. Угу. Так что еще? Еще? Хочу сказать, что у нас осталось 5 мест по стоимости 3000 рублей за урок. Ксюш, а куда ты записалась первой? Просто у нас сейчас Лиля, у нее она немножко приболела у нас, она сейчас... Или она работает? Не, она работает, работает. В удаленном доступе, записи, да? Пишем в директ, и там администратор отвечает. Слушай, ну, мы ей можем сказать точно так же, как и ты, на расстоянии. Если что, мы к ней... ногтики с внутренней стороны показать. Сейчас я покрою финишем. А ты еще раз ей напиши, она ответит. Покрою финишем, все покажу. Ну, они, конечно, классные, тонкие, очень аккуратно, прям... Для моих пальцев очень сложно подобрать форму. И мне, как правило, я очень люблю миндаль, но мне, как правило, не очень они идут. Галочка, привет. Не очень идет мне зауженный миндаль из-за широких боковых валиков. Ну, а вот этот прямо, кстати, на кажется, этом прям зашел. Онлайн-уроки, которые у нас будут в пятницу, я буду давать не только стекловолокно, но и скоростные техники моделирования на классические нижние формы тоже. Мы тоже их будем разбирать и постановку форм скоростной, понимай. И как моделировать овал, квадрат, миндаль классический. Как моделировать разные-разные формы. Красивые, натуральные. По-моему, нам привет из Гватемалы. Ой, Гватемала, здорово. Привет. Ой, спасибо. Да, Маша у нас вообще просто бог. Бок моделирования. Геракл. А сертификат после онлайн-курса выдается? Если вы отрабатываете и присылаете нам то, что вы отработали, ну, то есть показываете мне то, что вы усвоили программу, что вы показываете мне ваши работы по мотивам этого урока, то, конечно, выдается. Только для этого необходимо выполнить домашнее задание. То есть мы просто так не разбрасываемся сертификатами. Чтобы выдать вам сертификат о прохождении этого онлайн-урока, мы должны удостовериться в том, что вы действительно усвоили программу. Понимай. Остается один вопрос, как все успеть в таком ритме. Ну, дерзай. Че уж. Это кто? Это Ксюша. А, Ксюша? Не, Оля, по-моему, вообще ни ритмы, ни время, вообще ни препятствия. Она прет как танк. Моя школа. Я Анна Шенко. Очень приятно. Из Гватемалы. Верхними формами нравится тебе наращивать? Да, мне вообще нравятся все новые техники, которые появляются. На самом деле они очень здорово развивают мозг. И... Не понимаю людей, которые негативно реагируют, что на верхние формы, что на волосики. Кто не понял, волосиками я называю стекловолокно, очень нежно и ласково. Ты можешь огласить цену на вот этот онлайн? Онлайн-урок стоит 3500 рублей при записи до 26 мая. Дальше его можно будет купить в записи за 4000 рублей.
А сейчас еще пока есть акционное предложение. Первые 20 мест у нас были за 3000 рублей. Вот осталось еще, мы добавили 5 мест за 3000 рублей. Поэтому первым 5 написавшим будет возможность купить урок за 3000. Так он стоит 3,5. Сейчас сертификат — это не показатель, что вы мастер, главное — опыт. Ну, это само собой. Согласна полностью. Даже не только, даже диплом о 7-летнем медицинском образовании не скажет. Вообще о том, не показатель того, что вы хороший доктор. Врач. Да. Это да. Ну, хотя, конечно, стать врачом без диплома не получится. Но, тем не менее, не показатель. Переверни. Я же еще хочу снимать. Снимаю, я же оператор. Ну, скажи нам еще что-нибудь. Что? Могу улыбнуться и сказать, что волосики — это вещь. Да, ты, знаешь, ты даже меня убедила, ярого противника. А, да, на самом деле я вам хочу рассказать историю. Вы знаете, что у нас с Ириной чуть ли не до криков доходила история с волосиками. Кто не понял, волосики — это стекловолокно. Ну вот прилепилось ко мне это название. Ну да, я считаю, вообще зачем какой-то материал, если есть прекрасный акрил? Ира ходила и говорила: боже, что это за фигня, нахрена оно надо, да это хрень полная. Я говорю: ты не понимаешь. Ну, Маша еще сама не понимала. Я еще сама не понимала, но понимала, но уже что знала. Это по-любому надо изучить. Это новые возможности, думаю. Изучай. И вот сегодня я таки даже Иру убедила в том, что есть плюс, да, в этих волосиках. Да, вот, а Ксюша в восторге от того, что в наяде просто так ничего не дают. Что все надо заранее. Ну да, девчонки, это же прежде всего наше имя. Просто так ничего не дают. Ну, если вам дают что-то просто так, то вы это не цените. Нет, в смысле диплом. А дипломы, конечно, нам важно удостовериться в том, что человек не просто просмотрел наш урок абы как, а в том, что он действительно усвоил программу. И нам важно, чтобы человек, выйдя из нашей школы, научился, действительно научился делать. Да, у меня сейчас стекловолокно, но это, я бы сказала, наращивание на стекловолокно. Да, делали на стекловолокно гелем. Угу. Ну и могу 100% сказать, что так. Да я сейчас это уже ногти буду показывать. А, мне их внутри надо еще протереть. Так ногти на обычные формы или на верхние формы не нарастишь. Вот такую архитектуру не создашь. При в такой таком длине, коротком, да, варианте, угу, при такой короткой длине, такой миндаль, такой овал с вот этой вот ровной нижней параллелью, которая идет ровно, а не на взлет, и с вниз опущенной продольной аркой, просто не создашь, не получится рассчитать толщину зоны стресса. Ты думаешь, хватит? Давай, да, минутку, пусть досохнет. Хорошо. Говорят, что очень крутое обучение у тебя. Да, спасибо. Мы стараемся. Аня говорит, что этот диплом очень дорог, когда ты его заработаешь своим упорством. Да, да, да. Ногти прям реально тоненькие. Очень. Ну, местами, да, эфир сохранится. Ну, сутки. Сохранится на сутки. Так, кто хотел смотреть с изнанки? Можем посмотреть. Что-то я вся в лаке. Это я молодец такая. Ну, прям тончайшие. Ну, правда, единственное, я, когда крашу Ире ногти, не очень заморачиваюсь с торцами. Ну, как вы поняли. Ну, по-моему, никогда торцы особо не. А я вообще никогда не заморачиваюсь. Мы можем торцами еще и подпилить. Я не знаю, насколько видно, что они ну, прям очень тонкие. А это гель, да? И тут такое пятно. Спрячь. Спрячь. А про что говорила? Вот он, кстати, один из мизинцев. Вот у Иры вот этот ноготь сильно взлетный. Он у нее прям очень взлетный. И ровная, идеально ровная нижняя параллель.
Да, как натуральные, и причем как идеальные натуральные. Идеально ровная нижняя параллель, красивая вниз опущенная продольная арка. Да, зараза такая. Да, очень И красиво. это Я в дело восторге. еще, понимаете, в короткой длине. Вот чтобы вот так умудриться нарастить на верхних формах или на нижних формах, ну, хрен так получится. В такой короткой длине, чтобы была на таком уровне нижняя параллель, чтобы она прям была прямо. Каким гелем наращивали? Гель пролине называется камуфляж пролине. А у нас наращивание на стекловолокно. По носибельности, да, офигенно, они очень твердые. Прям очень твердые, и они очень хорошо носятся. Давай вот эту руку будет показывать, а то я тут все в лаке испачкала. Офигенно носятся, и они очень такие тоненькие. Да, вот еще один мизинчик тоже хорошенький. Вот он прям. Ну, как будто бы это натуральный ноготь. И главное, нифига не трамплин. Да. Хотя он на самом деле Хотя трамплин. у Иры ногти действительно взлетные. Опачки, а тут грязь. Кто-то тут забыл протереть. Ну, прям они очень тоненькие. Прям очень. Сейчас я вам покажу эти мои волосики. У меня они, правда, знаете, в таком, вот в таком виде. Я их сама скрепляла себе, ну, чтобы мне удобно было работать. Есть вот в таком виде. Ну, знаете, такие тестовые образцы, то, что присылают, да, такие. Так что настоятельно рекомендую. Сейчас я вам себя красивое покажу. Так что настоятельно рекомендую перестать относиться скептически ко всему новому и пустить это новое в свою жизнь и все-таки уже попробовать. Иногда то, что на первый взгляд кажется каким-то непонятным, мерзким, неинтересным, всего лишь новое и неизвестное, оно нас просто пугает. А как только вы пробуете, изучаете, и у вас начинает получаться, то вдруг вы понимаете, что а как можно было по-другому? Вы уходите, У нас ключи нет оставьте. ключей. Еще, а кто завтра Подожди, а приедет? если Артем с тобой приедет, у него нет ключей от студии? Он не может закрыть? Ну, Сейчас скажу. спроси. Сейчас у Веры спрошу. Прошу прощения, меня отвлекли. А сколько у тебя? Спасибо большое. Тут пишут, что очень приятно слышать наш голос, а еще очень крутой. Чем скрепляли? Гелем? А, да, гелем. Гелем скрепляла. Жиденьким финишем. Сидела такая на бумажке, их разравнивала, раскатывала и потом гелем скрепляла. Так что, то, что вам на первый взгляд кажется, фу, гадость какая, на самом деле может оказаться очень-очень классной вещью. Как и произошло со стекловолокном. И большинству людей оно на первый взгляд показалось вообще чем-то отвратнейшим, ужасным, просто, боже мой, ну как так можно? А нет, можно. Просто я уже человек опытный в этом плане. Я уже знаю, что я всегда на все новое реагирую. Фу, какая гадость, уберите это от меня. Я привыкла и работаю над этим. И уже на новое я говорю, так, подождите, я подумаю. Хожу, витаю вокруг этого, могу несколько месяцев летать, смотреть на это дело со стороны и думать, да точно, вот нафиг оно мне надо. Могу даже попробовать, типа, ну ладно, дай попробую, и мне ни хрена не понравится, ну потому что я буду очень предвзято на это пробовать. Потом снова буду несколько месяцев летать, потом я себя поборю. Возьму это новое, начну пробовать и уже серьезно, и просто влюбляюсь, да, и как и произошло со стекловолокном, потому что это действительно материал, который на первый взгляд, фу, что за гадость, хотя на самом деле при грамотном обращении он дает очень много возможностей. Кто хочет узнать, какие все-таки возможности можно воспроизводить со стекловолокном, а главное, как это делать, и чтобы его не возненавидеть, потому что я его где-то полгодика ненавидела. Welcome на урок в эту пятницу. У нас будет онлайн-урок, посвященный скоростным техникам моделирования гелем.
где я буду рассказывать про стекловолокно, как с помощью него смоделировать. И не только. Спасибо большое, мне очень приятно. И не только, да, буду говорить и про постановку классических форм тоже. Как я уже сказала, осталось 5 мест по стоимости 3000 рублей. Урок стоит 3500 рублей при оплате до 26 мая. Для записи на урок пишите в директ. А у Ирины, да, у Ирины теперь крутые ногти, которые я сделала. Мне они нравятся. Я прям довольна. Ну, я вас люблю, целую. Пора нам все-таки уже собираться домой. Остались вопросы, задавайте их в личку. Я думаю, что я еще выйду в прямой эфир. Может быть, завтра у меня будет время даже показать подробнее эти волосики. Что же это такое? Вот. Так что люблю, целую. Пока-пока.